Всем привет, мои хорошие! Наконец-то пришла посылочка с подарочками, которые я заказывала для своих любимых, близких, сына, невестки и внучки. Ну, и мне уже не терпится ее распаковать и посмотреть, что я там заказала. Я уже так немножко забыла. Для себя только одну вещичку небольшую заказала. Остальное сейчас посмотрим. Вот такая вот посылочка. О! Какая красотища! Девочки, ну самое первое, что я хочу вам показать, это детские вещи. Вот это комплект детский. Детские комплекты, вообще детскую одежду я всю взяла внучке на 6 лет на 116 сантиметров рост. Цвет очень хороший, да? Вот этот комплект стоит 812 рублей. Из чего он состоит? Вот такая вот кофточка с капюшончиком. Здесь вот на резиночке. Не на резиночке, а здесь шнурок. Вот. Кармашиков нету. Рукавчики такие вот темные с манжетиком. Внизу тоже манжетик. Ну вот такая вот яркая расцветочка. И с одной стороны оно как бы темное, яркое, очень симпатичное. И вот такие вот штанишки, они сделаны как трико, внизу они сделаны брючками без манжета, но здесь вот видите, как пуговка для декорации, они к низу идут зауженные. Дальше что здесь есть? Кармашечки, ну вот такой вот бантик здесь, вот так вот, если вам видно, бантик, и резиночка сверху, на резиночке. В общем, такие вот как трико. Это такой вот, можно сказать, спортивный костюм детский, но очень симпатичный, мне нравится. Внучки сейчас здесь рядом нету, но если мне удастся ее все-таки снять в этой одежде, то я тогда сделаю вставочку и покажу вам, как это будет сидеть на ней. Одна вещичка тоже для Насти. Посмотрим, что это. Это что-то вроде как типа тунички, платьечки. Тоже это на 6 лет 116 сантиметров рост. Вот такое вот платьечко. Трикотажное, мягенькое, такое хорошенькое. Сзади оно на пуговичку застегивается. Вот такой вот рукавчик. Вот. Сделано. Так, что здесь? Здесь на резиночке поясочек. И внизу вот такие вот зайчики симпатичные. В общем, такое легенькое, хорошенькое платьечко. Вот для девочки как раз вот в садик, например, ходить. Да? Можно летом, кстати, гулять великолепно. И очень такая приятная нежная расцветочка. Мне нравится вот этот вот цвет. Платьечко стоит 378 рублей. Это платье номер 23, модель. Зайчики называется. Вот такое вот хорошенькое, славненькое платьечко. Ну, внизу оно просто вот обычно оно обшито. Вот так. И здесь такая вот легкая-легкая резиночка в пояске вшита. Тоже внутрь вшита. Вот. Ну, такое прекрасное, трикотажное, прям классное платьечко. Славненькое, да? А еще Настя заказала вот пижамку. Вот такая вот пижамка. Сверху на резиночке. Ну, размер тот же на 6 лет. Очень приятный такой вот трикотажик. Мягкий, гладкий такой, знаете, вот. Это самый такой, наверное, высококачественный трикотаж. В общем, такие вот простые вот брючечки. И сверху вот такая вот с длинным рукавчиком идет футболочка. Сзади немножко длиннее, чем перед. Чуть-чуть она спиночка опущена.
Стоит 462 рубля, называется пижама Дакота детская. Такая вот классная пижамка, да? А еще вот как раз к пижамке в самый раз. Еще заказала я девочке тапочки домашние, тепленькие, сейчас покажу им. Они под цвет как раз к пижамке подходят. Вот такие вот миленькие тапочки. Ой, они тут соединены вместе как-то. Ну, надо их разъединить, чтобы вам показать. Кстати, есть вот такой еще крючок. Смотрите, они такие внутри мягкие-мягкие, пушистые-пушистые. Вот классные какие. Вот в пижамке, в таких тапочках по дому прямо славно, да? Ну и цвет, в общем-то, сочетается с этим. Котятки здесь, тапочки-котятки. И вот такая подошва. Здесь немножечко такие пупырочки, чтобы не скользило, если у кого-то, например, ламинат, чтобы ребенок не было скользко. В общем, хорошенькие тапочки. Вот такие. Тапочки стоят 195 рублей. Это на 5-7 лет. Вот я думаю, по размеру подойдет. 5-7 лет. Пошли по тапочкам. Еще я заказала тапочки для своей невестки. Она захотела тапочки. Вот этот вот набор. Здесь тапочки и маска. Маска ночная. Вот такая вот. О! Классная, да? Вот такая масочка. И вот такие вот тапочки. Тапочки тоже, вот они похожи, кстати, с тапочками, как у Насти. Тоже очень такие классные, тепленькие. Подошва черного цвета и тоже с пупырочками. И тоже здесь, наверное, котятка, котятки или мышатки, я не знаю, что это за такие моськи хорошенькие. Размер тапочек 38-41, то есть вот на три размера они подходят. Там еще были на меньший размер тоже. И цвета разные тоже есть. Набор этот стоит 342 рубля. Набор для сна называется, Лиана. Бежевый цвет, но он еще и другого цвета, по-моему, там тоже есть. Вот такой хорошенький наборчик. Поехали дальше. Еще невестке заказала набор для сауны. Такой набор еще есть у дочки моей. Вы такой наборчик уже на дочке видели. Вот. Ну и вот невестке тоже решила я приобрести. Это вот для волос такая вот, как сказать, челма. Как челма, да, вот так заворачивается на голову. И вот такая вот полотенце, как оборачиваться на липучке. Вот такое вот, с кармашком. Вот такой кармашек. И вот здесь вот на липучке. Тоже есть несколько цветов. Ну вот я заказала персиковый. Стоит набор 509 рублей. И это размер 44-46. Вот такой вот махровенький. Ну, а внутри он не махровый, а снаружи махровый. Вот такой вот классненький. Так, ну и что же я заказала сыну? Вот такую вот футболочку серенького цвета. Сын у меня большой, крупный. И поэтому я заказала ему 58 размер. Чтобы это не была вещь в обтяжку. Посмотрим, как она на нем сидит. Футболка, рукавчик короткий. Вот такой вот рисуночек. И вот она довольно-таки просторная. Стоит эта футболочка 328 рублей. Смешной такой дядька.
толстовка черная с капюшоном, тоже 58 размер. Вот такой капюшончик. Здесь вот оно, там где горло сделано, вот так немножко как повыше. О, здесь волк на рукаве, смотрите. Впереди рисунка нету, рисунок идет на рукаве. Она полностью черная. Манжет на рукаве есть, внизу манжет есть. И здесь идут карманы впереди. Впереди на животе карман. Вот. Вот такая вот толстовочка-кенгурушечка. Ну, здесь плотная такая ткань. Вообще это трикотаж, плотная ткань. Я даже не знаю, как это сказать, что это за ткань. Ну, хвышная такая, но плотная. Но трикотаж. Стоит 728 рублей, 58 размер. Ну, еще мужской такой вот набор для сауны я взяла для сына. Вот такой серый цвет, размера нету. Мужской серый набор написано для сауны. Без размера, значит. Так, что сюда входит? Также идет полотенце, которое вот на пояс одевается. И оно идет также вот на липучке и с карманом. Махровый полностью, с двух сторон. С двух сторон махровый. Дальше. Что здесь? Шапочка для сауны. Вот такая. Шапочка. И вот это вот, я не знаю, что это такое. Какая-то рукавица. Я не знаю, рукавица или что это вообще, для чего это. Ну, сын, может быть, знает, наверное, с друзьями ходит в сауну, ему виднее, что это такое. Вот, тоже махровая с двух сторон. В общем, набор этот стоит 523 рубля. Мужской набор для сауны. Другие цвета там тоже есть, но вот сыну захотелось серого цвета. Сынуля, ты мне скажи, пожалуйста, вот это что это за перчатка, или что это, или не перчатка? Как ее? Куда ее девать? Перчатка для веника, чтобы веничком бить. А где, почему пальчик? А, вот, вот так вот. Бьешь. Вот так вот. А пальца нет. Либо палец. А, вот так сделано, да? Ясно. Все. Это напоясная, вот эта напоясная штука, да? Это перчатка веником бить и шапочка на голову. Ну-ка, давай. И в баньку поедем. Ну, в общем, размер такой универсальный, да. Тут размера, я смотрю, нету. Он для любого мужчины подойдет. Кармашек есть. Пошел. А кармашек, наверное, туда ключик от шкафчика, да, может положить. Сигаретки туда положи. Ну, все. Ну, и еще сыну я заказала носочки. Набор носков. Размер 41-47. Сейчас посмотрим, какие там носки. Набор этот стоит 220 рублей. Ну, это по 44 рубля штука. 5 носков. Носки мужские короткие. Здесь, ну, у них, собственно говоря, здесь цвета. Две пары черных, одна пара белых, одна пара серые, такие как меланж. Ну, другие просто обычно серые, темно-серые. Ну, в общем, как раз вот то, что нужно сейчас уже дело к осени. Такие вот. Но это хлопок. Носочки хорошие. Размер 41-47. Я чувствую даже в руках, что это хлопок. 70% хлопок, 15% полиамид и 5% эластан. В общем, в основном хлопковые такие вот носочки классные. Ну и что же, девочки, заказала я в конце концов себе. Себе я заказала одну сорочку.
Ну, опять-таки, мой любимый цвет. Я люблю розовый, сиреневый. Кстати, вот эта вот туничка, я заказывала ее в предпоследнем заказе. И когда я вам ее показывала, вы ее видели на фоне занавесок такого же цвета. Поэтому не очень тогда было понятно, вот этот цвет, насколько он прекрасен. Да? А сейчас на белом фоне вы видите, какой прекрасный сиреневый цвет. Вот. Ну и вот где-то такого же цвета сорочка. Сорочку я заказала 54 размера. Я сейчас беру 54 размер, потому что, ну и я вес набрала, и в то же время как бы хочу попросторнее вещи, чтобы на мне сидели. Вот. Ну вот такая сорочка. Я люблю как раз вот такие вот бретельки. Сорочка, чтобы без рукава была. Здесь вот только беленькая одна вот такая маленькая вставочка, ну как кружавчики, да. И все. И дальше она идет прямая, прямая, прямая. И внизу обычно обшитая все. Ничего лишнего. Такой мелкий цветочек. В общем, я не знаю, ну по дому ходить вместо туники даже вполне даже пойдет. Вот мне нравится. Классная, приятная на ощупь, полностью трикотажная ткань. Сорочка соната, сухая роза, 54 размер. И стоит сорочка 448 рублей. Кстати, очень хорошая длина. Ниже колена будет. Ну вот я одену ее, и вы посмотрите, как она сидит на мне. Ну вот и все, мои хорошие. Весь свой заказик я вам показала. Я всеми обновочками довольна. Обновочки также понравились и моим родным, и близким. В общем, вот такой решила им сделать подарочек. Ссылочку на Василек, на любимый Василек, я оставлю внизу под видео. Заходите, смотрите. Есть там одежда мужская, женская, детская. Очень много интересных моделей. И очень хорошие цены, недорогие. И очень хорошее качество. Мне нравится. Ну а кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!